Станислав Бондаренко и Аурика Алехина. Один из вариантов любимого отдыха. А вот есть еще такая, вот такие всякие штучки. А Ева собирается на white вечеринку. У нас сегодня день красоты. В общем, я не устояла. И это прекрасная вещица, яйца со мной домой. Ну вот тебе и на белую вечеринку тоже подойдет так, если все в белом. Да не, и на черную подойдет. Да просто красиво. Это просто красиво. Это подойдет вообще куда-нибудь. Друзья, я так давно не была у Евы, и это просто вообще, посмотрите, сколько она всего здесь собрала. То есть помимо ее, всей этой безумной красоты, здесь, значит, много всего интересного для вечеринок, соответственно, мероприятий тематических разных. В общем, это просто глаза разбегаются. Мне кажется, даже получаса не хватит, чтобы все это обойти, посмотреть. В общем, я тут буду сейчас знакомиться. Потому что потрясающие всякие разные вещи. Здесь для дома еще. В общем, разные коллекции. И смелые, и довольно сдержанные. Чтобы не пропускать новое видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.